Наслаждаться водной прохладой в Рыбинске запрещено. Во всех возможных местах отдыха у воды спасатели устанавливают информационные знаки, предостерегающие от купания. Вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим показателям. Специалисты утверждают, что пробы как в Волге, так и в Рыбинском водохранилище будут забираться регулярно. Но надежд, что вода вдруг станет пригодной для купания, не очень много. На рыбинских водоемах можно будет только отдыхать и загорать. Несколько зон отдыха уже организованы. Как и в предыдущие годы, самые известные – за мостом на левом берегу Волги и в микрорайоне Переборы, возле спасательной станции номер 2. Места отдыха у воды, они очищены, приведены в порядок, соответственно, есть требования, оборудована спортивная площадка, оборудованы раздевалки, оборудованы скамейки –